Привет! С вами Людмила Семененко, ваш тренер по стройному образу жизни. Выхожу с вами на связь, чтобы пожелать доброго утра, хорошего настроения, отличного стройного дня. И для того, чтобы показать вам стройную фишечку дня, которая очень даже пригодится, особенно тем, кто соблюдает пост. Вдруг вы про нее забыли. Привыкли все покупать желтый колотый горох сушеный, а это зеленый. Он варится гораздо меньше, чем желтый. Разваривается прекрасно, поэтому если вы любите такие густые наваристые супы, то зеленый горох — это как раз вариант, как следует поварить. Ну, минут 40 он прям вот вообще в кашу разварится. Можно делать, конечно, и супы пюре, мятки добавить можно, или классический суп точно так же, как гороховый, только с зеленым горохом. В общем, масса вариантов. Можно, конечно, и другие какие-то вторые блюда готовить, гарниры, но, честно говоря, я вот только в супах привыкла это есть. Если расскажете, поделитесь интересным рецептом, я не обижусь и другим его передам. В любом случае, это прекрасный источник белка, клетчатки, других полезных веществ. Напомню, особенно тем, у кого пост, кто нуждается в дополнительных источниках белка, обязательно любой суп должен наполнен чем-то из бобовых, практически в 80% случаев точно. Пользуйтесь этой стройной фишечкой дня на здоровье. Никогда не сидите на диетах, будьте бодры, веселы. Под видео ставьте лайк, на канал подписывайтесь и оставайтесь на связи. И тогда у нас с вами что? Все получится. Вы правильно подумали. Всего вам доброго. Пока.